Три, два, раз. Ой, а что-то перевернуть? Вот так, наверное. О, друзья, всем привет. Привет, друзья, привет. Друзья, всем привет. Мы находимся сейчас на прямом эфире в Одноклассников Лайв. А это значит, с вами снова Владимир Селезнев и Леся Селезнева. Друзья, пока сидим, ждем, мы думаем, чем бы нам сегодня заняться. Да, о, народ побежал. Шикарно. Друзья, у нас большая радость. Буквально час назад, наверное, нам утвердили автомобиль от компании Армель. Да, и сейчас остаются небольшие технические вопросы, да, благодаря которым мы заберем свой беленький, новенький, люксовый Kia Rio в комплектации люкс. Друзья, кто бы хотел из вас ездить на новом Kia Rio? Давайте, друзья, активненько подключаемся в диалог, потому что мы расскажем вам, как это происходит, за какое время и как это сделать, да? Очень просто. Так, у нас сейчас... Ага... Подключается народ. Замечательно, друзья. Kia Rio, новый автомобиль. Ага, все, друзья, побежали. Ого, еще сколько народу. Все хотят новый автомобиль Kia Rio. Автосалон. Давайте мы вам, знаете, что покажем. Пока народ собирается, мы покажем вам здесь вот. А, вот видите, там вот за окном автомобили. Ага. Эй, что такое? Не по... Так, что-то давайте проверим. Может? Плохой нас интернет слышно? Написано. Плохой напишите, интернет. Нас слышно или нет? Слушай, что-то прям. Друзья, если нас слышно вообще, все подключается народ, а значит есть связь. Написано плохой интернет. Но куда деваться, раз здесь так происходит, да? Вот, значит, тема сегодняшнего эфира – это нахождение нашей семьи Селезневых в Kia Motors. И мы здесь сегодня решаем вопрос о получении нашей семьей первого в Оренбурге и в Оренбургской области автомобиля Kia Rio от компании Armel. А, друзья, если кому-то интересно, мы сможем как раз эту трансляцию провести на эту тему. И кому интересно, мы расскажем, за какой промежуток времени, как, начиная с 2000 рублей, через 5 месяцев сотрудничество с компанией, так же, как и мы, сидеть в уютном месте Kia, да, в VIP-зоне для клиентов. И ожидать, да-да-да, Kia, и ожидать получения своего собственного автомобиля, беленького автомобиля, Kia Rio. Будем брать седан, предмаксимальной квалификации, она будет называться люкс. Ну, рассказывай. Ага, смотри, друзья, интересно. Я даже скажу, что не 5 месяцев, да, а седан. Меньше. Мы сделали автопрограмму через 2 месяца 10 дней. Просто компании дается время на подбор автомобиля, да, на то, чтобы решить там какие-то финансовые проблемы, у кого они есть. Мы не исключение. Вот. Но сегодня уже все на стадии завершающего этапа. Да. Да. Кстати, сейчас вопрос. Лесь, давай. Да чего рассказать? Молчу, Александр. В общем, Саш, смотри, тема очень простая, да. Все началось с того, что буквально 5 месяцев назад мы заключили контракт с российской преференциальной компанией, которая называется Armel. Так, если кто знает об этой компании, плюсики ставим. Если, Александр, не знаешь, поставь минус, мы тебе вкратце расскажем и расскажем стратегию, как, начав бизнес с 2000 рублей, да, за короткий промежуток времени, выйти на существенный доход и получить от компании такую возможность получить этот автомобиль. Ага, Валентина подсоединилась. Какой компании? Компания Armel. Валентин, пожалуйста, напиши в комментарии, как называется компания. Александр интересуется. В общем, друзья, это парфюмерная российская компания, которая вышла на рынок полтора
года назад шикарным антикризисным предложением на рынке. Это парфюмерия, духи. Сырье берет из Франции в домах, где, в принципе, и берут другие, ну, вот эти брендовые, скажем, духи, да, только для удешевления стоимости парфюма используется маркетинг, он называется сетевой бизнес, и, соответственно, используется система продвижения маркетинга, и, соответственно, заводы по их разливке, да, происходят здесь у нас в России. Продукт полностью сертифицирован, высокого качества. Люди, которые попробовали эти духи, ну, становятся фанатами этих, скажем, наших флакончиков, да, потому что действительно качество хорошее, а цена приемлемая. Вот на этом продукте мы строим бизнес, поэтому за короткий промежуток времени... Причем тут Kia, Александр спрашивает. Причем тут Kia Rio? Смотрите, в компании есть программа, она очень простая, да, для активных партнеров. Компания что делает? Я там... Чё? Она там Леська, пирамиду. Да-да-да, кстати. Чё там? Ну, короче, материться. Короче, Александр. Александр, давайте в чате не будем. Да, так, давай, мы тебя заблочим, все, тогда точно. Так, Александр, все, короче, друг, давай, до свидания, как говорится. Ты нам здесь не друг. Так, давай мы тебя, дружище, как же тебя заблочить, сейчас мы разберемся, и тебе вообще, вот, Александр Наумов. Так, вот здесь вот нажимаем, сейчас, секунду, друзья. И заблокировать. Прощай, матершинник. Все. Так, отлично. Смотрите, друзья, у нас народ прибавляется, а всякие типа Александры, ну, мы их называем зомби-ребятами, уходят с нашего эфира. Значит, смотрите сразу. Те, кто вообще... Что происходит? Происходит то, что мы сейчас рассказываем, как за 2 месяца и 10 дней заработать себе на новый автомобиль Kia Rio вместе с компанией Armel. Это сетевая компания, которая продвигает на российский рынок парфюмерию высокого качества. Оксан, очень хорошо, что спросила. Если интересно, да, то мы вещаем дальше. О, народ еще прибегает. Слушайте, такое ощущение, как будто вот реально все хотят автомобиль, да? Скажите, пожалуйста, у кого какие автомобили? Напишите, друзья. И если нет, привет, друзья. О, Виктория привет, здесь. Привет. Виктория, привет. Кстати, это наш Виктория партнер тоже скоро будет, Селезнева. Я думаю, что она активно внедрилась в работу по развитию своего региона, да? И уверен, что совсем скоро, после того автомобиля, который появится в нашей семье, наши партнеры из разных городов и стран, а у нас уже 4 страны в нашем бизнесе и более 60 городов, в которых мы открываем маленькие парфюмерные магазинчики и открываем склады с парфюмерией. Вот бизнес очень простой, да, у компании условно есть такая франшиза, всего за 2000 рублей вы берете эту возможность, заключаете договор, получаете возможность активно строить этот бизнес вместе с нами. Есть мощная система обучения в компании, есть, соответственно, инструменты все необходимые, есть спонсорская поддержка, благодаря которой, делая простые шаги, вы за короткий промежуток времени выстраиваете тоже свои в своем бизнесе организации из маленьких магазинчиков и складов, из товарооборота, соответственно, получаете приличные деньги. Да? Могу сказать, что компания в сеть только по первому виду маркетинга дает 28%. Это просто мега круто. К примеру, оборот на максимальный оборот, который мы достигли за 5 месяцев, приблизился почти 2 миллионам. Вот, пожалуйста, друзья, 2, из 2 миллионов. 28% это приличные деньги, которые можно зарабатывать реально, честно, без всяких там этих лохотронных пирамид, завлекаловок, реально вложив свой труд, расширяя свою клиентскую базу, всего начиная с 2000 рублей, стартовать в этом бизнесе, да, и за короткий промежуток времени выйти на хорошие доходы, которым не снились даже каким-то менеджерам среднего и высшего звена в крупных организациях. К примеру, такое деньги не зарабатывают даже
ребята, которые являются какими-то руководителями отделов там, в таких организациях, как «Газпром». Вот. Да, это позволяет сетевой бизнес, и друзья, ох, нас становится еще больше и больше, если кто к этому сетевому бизнесу относится скептически, друзья, да, все, выходите из эфира, вы нам, как говорится, не друзья, не товарищи, сначала почитайте умные книжки, да, послушайте президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, что он говорит о сетевом бизнесе, и для, пока вы еще не ушли, я вам скажу, что в мире, друзья, каждые 15 минут рождается $1 миллионер из этой индустрии. Это официальная индустрия, которая во многих странах уже признана на уровне законодательной базы, да, и в России тоже есть соответствующие уже документы, благодаря которым строители сети, да, являются, ну, есть такая профессия, менеджер сетевого бизнеса, продвижения. Деньги не берутся из воздуха, деньги берутся за продвижение высококачественного товара, который называется духи. Да, вот Алла. Ну, Алла правильно пометила, есть, да, компании, которые строят деньги из воздуха. Это финансовые пирамиды, как правило, да. Компания Армель к таким не относится, потому что есть продукт, который мы продвигаем, продукт качественный, он набирает обороты. Он заканчиваемый, да, то есть если, Алла, хотите разобраться, да, можно будет уже либо лично созвониться, то есть это есть такое понятие, но это два разных понятия, да, и к вопросу, что, ну, сетевой — это не престижно, это плохо, да, сегодня ехала утром, везла ребенка на теннис и слышала, что в России возбуждено 30 уголовных дел, когда работодатели не выплачивают зарплату своим сотрудникам, представляете, 30 уголовных дел. Тогда как сегодня нам звонили с банка, да, узнавали, в какой сфере мы работаем, какой у нас доход и так далее, и банк охотно одобрил немаленький кредит, да, то есть это о чем говорит? О том, что даже такие организации, как банки, лояльно, нормально относятся, потому что они понимают, что деньги, если есть, то они стабильные. И на ближайшие 3 года, то есть очень легко дают там под лучшие условия, да, поэтому те, кто еще сомневается, ребят, нужно просто разбираться. До определенного времени мы тоже скептически относились, да, ну, как подвержены мнению общему, да, но, слава богу, приходит анализ, понимание. Смотрите, вот Олеся очень важные вещи затронула, да, мы открыто всегда говорим, чем мы занимаемся, мы говорим, что мы занимаемся сетевым бизнесом, да, наша компания официально зарегистрирована, платит все налоги, и когда мы подавали заявку, они, соответственно, смотрели, ну, что за компания, да, платили налоги и так далее. И самое, что интересное, там есть такой разбег от 6 с копейками процентов, да, вот, ну, то есть, чем выше риски для банков, тем они, соответственно, планку повышают. Мы взяли это по минимальной. Почему? Потому что мы, банк посмотрел, что мы работаем в стабильной, быстро развивающейся сетевой компании, потому что они видят, как растет компания, да, то есть отчеты видят, налоги. И могу сказать, что уже в нашей компании до 50 автомобилей уже такие люди получили. И Kia Rio, кстати, даже готова была нам предоставить корпоративную скидку. Ну, почему? Потому что это только начало, друзья, всего 1.5 года компании, и уже более 50 машин Kia Rio ездят по России. Мы, наверное, 51-е. Вот, то есть мы далеко не первые. Это говорит о том, что за 1.5 года люди меняют свою жизнь, и очень многие люди уже пересели на новые автомобили от компании, которые компания их оплачивает. Плюс понятно, что эти банки посмотрели, что компания уже этих 50 машин оплачивает самостоятельно. Соответственно, еще уровень доверия, партнерство повышается этого партнера банка, как его, Сетелем, да, с которым мы заключили договор, да. Вот, и поэтому нам минимальная ставочка, друзья, сетевой бизнес рулит. Я понимаю, что, знаете, вот люди, которые некомпетентны, которые не умеют разбираться в сетевом бизнесе, к сожалению, среди хороших компаний, ну, как всегда бывает, хорошие, а
бывает там 90% нехороших, да, которые маскируются либо под сетевую компанию, даже если у них есть продукт, друзья. Вот, там продукт по завышенной стоимости и качество у него Г, да, как мы говорим. А здесь честная компания и новичок, который вот пытается, попадает, да, в одну компанию такую нехорошую, вторую, третью, он обжигается, уходит и говорит, что все это фигня, все это лохотрон, все это несерьезно. Но мы имеем дело с серьезным партнером, причем который в нашей стране признан лучшим стартапом 2015 года. Вот. Да. Причем, смотрите, мы замахнулись на максимальную комплектацию, да, то есть когда мы подавали... Ну, не совсем, подожди, есть, есть люксовая, то есть она полностью напичканная, а еще есть премиум, ну, там добавляется, что там есть Bluetooth, какие-то там из какого-то сплава там диски, ну, короче, все эти навороты, которые, по сути дела, не влияют на качество, комфорт автомобиля, просто дополнительные бирюльки. Ну, комплектация у нас люкс и коробка автомат. Ну, я, честно говоря, настаивал на механике, потому что ездим на механике, это экономично. Ну, вот девушки любят автомат, и, может быть, конечно, это хорошо, потому что автомат, ну, приятное дело, да, не надо там все время ручку дергать. Вот. Мы прокатнулись, кстати, взяли тест-драйв. Была съемка, я не знаю, там жена меня снимала, я, кстати, испытывал тест-драйв вообще. Съемку выложим, да, да. Была запись. А, скажите, друзья, кто сейчас находится на трансляции, интересны ли вам условия выполнения автопрограммы в компании Армель? Вообще, что нужно сделать, да, реально это или нереально, для того, чтобы получить автомобиль? Алло. Валентина, спасибо тебе большое. Да. Тебе тоже в скором времени ждет. Нет, сейчас мы не дома, будем вечером. Автомобиль, уверена, при твоем отношении к делу. Ну да, на часиков 7 не раньше. Да, Виктор, беленькая Kia Rio. Вот, будем. Не получится, да. Давайте бренд на завтра. На нее клеить. Постараюсь целый день быть будет дома. Или жена будет сейчас дома, немножечко я еще не верю, что это вот, ну, ага, ну просто все, тогда, реально тогда еще завтра. Полгода назад, да, хорошо, я в это вообще не верила и даже не мечтала, да, то есть в той ситуации, сейчас в которой находилась наша семья. Но, как говорят, все зависит от нас, да, от наших действий, от нашего понимания, от нашего видения. И вот уже спустя там 5 месяцев, сегодня мы сидим здесь, и реально через неделю, допустим, да, мы можем выбирать машину. Конечно, это еще, как говорят, ущипните меня, да, но это есть, это реально есть. Вот, поэтому, да, белая Kia Rio. Вот. Ну так что, вам интересны вообще условия-то? Да, Виктория, или какие у вас Виктория есть из Челябинска задает беленькой. Да, у компании условия, одно из условий, если мы переходим к условиям, автомобиль Kia Rio в исполнении седан или хэтчбэк белого цвета, потому что у компании, значит, два флагмановых цвета. Это первый белый, второй красный. Зайдите на сайт armel.world, вы все увидите. У компании есть брендбук, да, и вот именно цвет красный и белый – это цвет нашей компании. В компании Армель есть две автопрограммы, да, разного уровня, то есть это Kia Rio и с уровня мастера – это Mercedes. И уже есть такие люди, у нас уже два Мерседеса получены, шикарно вообще. Есть люди, которые тоже уже подбирают себе автомобиль, это пишут в лидерских чатах, душа радуется за этих людей. Вот, поэтому первый этап это Kia Rio, а второй этап это будет Mercedes. Друзья, причем смотрите, смотрите, условия очень простые, друзья. Вам всего лишь нужно выполнить квалификацию в компании 17%. Это статус директора. Объем приблизительно ваш должен состоять ежемесячный где-то 320 тысяч рублей товарооборота по духам. Поверьте, если вы правильно берете систему и начинаете ее запускать, то наша семья... Что сделала? Она на этот уровень 17% вышла через 49 дней с момента старта в бизнесе. Начинали с 2000 рублей. Через 49 дней мы в квалификации 17%. На второй месяц мы эту квалификацию подтвердили, поэтому наша программа в компании Армель была выполнена, автопрограмма, за 2 месяца и 10 дней, друзья. Это реально. Вот. Кроме того,
в нашей семье, да, два аккаунта. Для нас команда едина. Есть аккаунт мой, есть контакт, аккаунт Владимира, да, Володя. И мы вышли на вторую автопрограмму. Можно даже и так в одной семье делать две автопрограммы. Понимаете, это реально. То есть, представляете, если мы, обычные люди, в одной семье сейчас делаем две автопрограммы, почему не можете это вы? То есть в некоторых компаниях люди годами не могут выполнить одну автопрограмму, они мечтают об этом, грезят, но вот все не получается и так далее, списывается это на какие-то кризисные моменты. Друзья, мы живем в такой же кризисный момент, такие же люди, такие же деньги тратим там на покупки, также общаемся с клиентами, и это реально, мы тому пример. Мы сейчас вышли на трансляцию не с целью того, чтобы похвастаться, а чтобы показать вам и мотивировать вас на то, что вы это можете. Я обычный человек, Володя обычный человек, у нас куча проблем, да, мы просто о них тоже не говорим, как некоторые начинают, да, поэтому две автопрограммы. Друзья, причем, смотрите, когда пришли в бизнес, подключили просто меня на 100 рублей, занял я условное место, это называется, значит, клиент, да, VIP-клиент. И, по сути дела, после моего аккаунта подключилась Олеся и так далее, начала активно развивать бизнес. Я, честно говоря, был условно в стороне, то есть я не был в активной фазе. Там технические какие-то вопросы ей помогал, да, потому что она активно ведет блог, и, кстати, блог на YouTube. И, кстати, кто еще не подписан на ее канал, друзья, в любой поисковой системе набирайте Олеся Селезнева, вы попадаете на ее YouTube канал, подписывайтесь, потому что там очень много ценной информации, которая позволит вам улучшить свои показатели в жизни, да, не только вместе с компанией Армель, но и у нас очень много там представителей, лидеров из разных компаний подписаны, которые берут супер идеи, которыми Олеся охотно делится, потому что цель, стиль нашего работы — это бескорыстно давать свой опыт, да, тем людям, которые тоже, возможно, хотят достичь результатов. Нет самоцели переподключить всех, мы прекрасно понимаем, что каждому свое, кто-то будет продвигать здоровый образ жизни, продавать биологические активные добавки, кто-то там будет духами заниматься, да, кто-то порошки будет продавать и так далее. Поэтому не самоцель подключить всех в сетевой бизнес Армель, но мы готовы тоже делиться полученными знаниями, навыками, опытом, да, практическим, как мы это делаем, потому что очень многие даже нам в личку пишут из других компаний, лидеры: спасибо, благодарим, да, за то, что вы делитесь информацией, и нам было очень полезно, мы это внедряем в своей работе, и у нас тоже есть определенные результаты. Мы работаем сейчас гораздо шире, да, в рамках не только своей организации, которую строим, но работаем на организацию в целом, там компания Армель, и вообще на всю индустрию MLM, потому что еще до сих пор, да, хотя уже встречается редко, встречается мнение, что сетевой бизнес — это не серьезно, да, что это туда идут кто попало, да, вот, но могу сказать, что сейчас в связи с тем, что наш этот MLM бизнес в России укрепляется, да, и с годами он крепнет, и с этими годами появляется очень много состоятельных людей из этой индустрии, да, мы видим очень много различных машин, по фото, видео, которые выкладывают успешные сетевики в своих инстаграмах, там, в контактах, в одноклассниках, в социальных сетях, да, мы видим их стиль жизни и видим, что эта индустрия дает очень много людей успешных, да, которые достигают серьезных финансовых результатов, которые, по сути дела, очень трудно достичь на обычной работе, потому что есть потолок заработной платы, да. Здесь этого потолка абсолютно нет, поэтому сетевой бизнес, он предназначен для людей не ленивых, которые готовы взять жизнь в свои руки, да. Но есть люди, и мы встречаем каждый день с психологией наемного работника. Им нужен начальник, им нужно от и до, и нарезать работу какую-то. Вот, к сожалению, это стратегия проигрышная, потому что умные люди говорят, что умные люди строят сети, все остальные ищут работу, да, вот есть такое выражение, никого не хочу обидеть, даже наверняка на нашей трансляции есть люди, которые работают по найму, да, мы тоже вышли из найма, Олеся работала региональным представителем, продвигала детскую косметику Бюбхенук, я вообще госслужащий, я работал в органах, да, правоохранительных органах, так сказать,
обеспечивал порядок, да, в стране. Каждый из нас. Так, что это происходит, непонятно. Что-то тут... Да, слышно? Так, давайте обратную связь, друзья, потому что что-то у нас тут нам написали показалось. Плохой, да? Интернет. Да, плохой интернет. Давайте какую-то активность проявим. Там, Виктории, маякни нам, и, друзья, маякните нам, да, что все в порядке, и мы продолжим трансляцию. Нас слышно? Видно, слышно? Не зависаем? Все хорошо, спасибо, замечательно. Валентин. Спасибо, Валентин, что... А, причем то, о чем сейчас говорил Володя, что я ушла, да, с работы по найму, я это сделала совершенно осознанно. А, как многие боятся потерять работу, да, я осознанно уволилась. И вот это понятие, убежденность того, что я что-то могу и достойна большего, дало никак иначе, как компания сетевая, компания прямых продаж. А, поэтому... Опять же говорю, да, нужно всегда все анализировать и разбираться, если есть вопросы и есть желание что-то в жизни поменять. Сейчас я свободно могу уделять время детям, да, когда хочу, бизнесу, да, все зависит от видения. Я понимаю, почему я сейчас много вкладываю времени и сил в бизнес, да, и это понимают мои дети, потому что когда они сейчас пересядут на новый автомобиль, это тоже классная мотивация. Мотивация есть у них. Кстати, интересная история из сегодняшнего дня. Нам готовилась машина к тест-драйву, мы уже выходим, и мне звонят с банка. И я временно, значит, остаюсь в салоне и разговариваю с представителем банка. Ну, это где-то занимает там 5-7 минут. Выхожу, а сын выбегает из машины, говорит: «Мама, я уже дяде все рассказал про наш бизнес». Да, дети впитывают очень быстро, они же копируют наше поведение. Например, если они даже впитывают отношения между мужчиной и женщиной, как, например, ругачки, все это не впитывают, да, они даже, мы видим, что берут некоторые вещи, которые бы нам не хотелось, да, но мы импульсивно это, ну, как бы делаем, а потом видим, что это отражается на детей, и начинаем сами себя менять. Поэтому дети нас очень сильно меняют, да, они, кстати, включают нашу распорядку дня. Вот смотрите, друзья, смотрите, что он делает. Мы снимаем, и он тоже копирует нас. Подхватывает все это дело. То есть он достаточно коммуникабельный, поэтому он записывает видео, у него есть свой собственный детский канал, который мы ему помогаем вести, да, он и так далее развиваем. То есть мы уже готовим его к реальной жизни, именно к той, которая сейчас нам диктует условия, да, жизни именно в нашей стране. К сожалению, то образование, которое мы начинаем впитывать с рождения, да, там, от родителей, потом переходим в детские сады, школы, там, институты, это старая модель, она подходила очень хорошо для строя, который был до развала Советского Союза, да, когда мы еще были в социалистическом таком обществе, но в 91-м году произошла резкая смена курса, да, и мы вошли в новый век, значит, рыночных отношений. Совершенно недавно, да, то есть это прошло совсем не так много времени по меркам, скажем, да, целого века. Даже уголовные дела были за то, что можно было купить одно и перепродать другое. Да? Сейчас эти люди являются уважаемыми людьми, называются предпринимателями. Да? И у людей старой закалки еще сабдеповское видение, и они не смогли перестроиться, и до сих пор живут вот в этой, скажем, такой... в таком мире, да, понимание, которое мы им заложили в детстве, там, и в юношестве, да, и они до сих пор верят в то, что работая на трудовую книжку, да, вот, работая на дядю, да, там, трудовую книжку, они себе обеспечивают, ну, достойную, скажем, старость. Друзья, кто со мной согласен, что сейчас пенсии – это самый рисковый, да, то есть работая на трудовую книжку, на пенсию – это самый рисковый путь, и... Так, что-то мне понравилось. Хорошо. Рисковый путь выстраивания своей жизненной позиции, да?
Вы знаете, что есть четкая уже аргументация, почему люди, родившиеся после 63-го года, и я туда вхожу, да, уже нам пенсии не видать. Что-то значит, хоть какой-то приличной пенсии прожиточного минимума, нам будут давать маленькие кусочки, да, которые нам реально не будут хватать на жизнь. Если вы видите, что пенсионеры, что происходит? Пенсионеры, они вынуждены после того, как уходят на пенсию, продолжать либо дальше работать на своих предприятиях, сидеть, держаться за место, да, а молодежь вытесняет их, пытается, да, либо, если их с работы их выгоняет, мы видим очень частую картину, когда бабушки, дедушки начинают с огорода продавать свои овощи, да, то есть огородными делами занимаются, или, например, там моют полы или еще что-то там, вот. Многие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов после того, как уходят на пенсию, идут охранниками простыми. В максимум, если повезет, каким-нибудь руководителем какого-нибудь, опять же, охранного предприятия или в лучшем случае устраиваться в какой-нибудь банк. Конечно, их пенсии и, возможно, дополнительный доход от продолжающейся работы их, может быть, устраивает, да, но мы-то хотим как? Мы же хотим наслаждаться жизнью. Только подумайте, подумайте, да, в сетевом бизнесе, поработав всего 5 лет активно, мы можем выйти на такой доход, где мы можем ближайшие 5, максимум 10 лет купить, скажем, 5 квартир, ну, допустим, там в мегаполисе, в Москве или в Питере. Все зависит от того, как ты поработаешь, какой инструмент ты берешь. И у меня таких примеров очень много. А когда обычный проводник поезда, да, парень Александр Князев, есть такой, да, парень, с которым мы дружим, общаемся, он в одной сетевой компании, не в Армель, да, пришел на самом старте этой компании, да, активно начал сотрудничать с этой компанией, не сидеть, не нас укуряться, не искать оправдания, а начал просто работать, то есть обучаться и внедрять полученные знания. Опять какая-то штука, ладно, и за 7 лет сотрудничества с этой компанией купил 5 квартир, одну двухкомнатных в Питере. Сейчас он их сдает и получает общий доход более 150 тысяч рублей за съем. Причем он это сделал на автомате. Этот человек, который сейчас у него на эти 5 квартир есть человек, ну как бы менеджер, который занимается всеми этими делами, заселением, выселением, да, то есть он ему платит тоже фиксированную заработную плату, а чистым доходом у него доходит 150 тысяч рублей. Друзья, и это всего 7 лет активной. У нас сейчас разряется батарейка. Да. Батарейка. Так, друзья, очень здорово. Мы с вами продолжим в следующий раз. Давайте будем прощаться, потому что телефон разряется. Всем спасибо за то, что были на нашем эфире. У кого есть вопросы, выходите на прямую связь с нами, обязательно вам ответим. Ставьте лайки, подписывайтесь на, значит, вот этот, на наши трансляции, потому что эти трансляции будут выходить регулярно. Всем счастливо, пока, до связи. Пока.